Ура, наконец-то вышли новые главушки, можно озвучить. Собачка говорит лав-лав. Лав-лав. Котик говорит мяу. Лав. Коровка говорит му. Лав. Эта книга тебе не подходит, прекращай играть. Я известен как король волков, и я живу в уединении. Недавно ребенок, которого я подобрал, научился ходить. Что касается общения... Мама! Дело не в том, что он вообще не может говорить. Знакомство с большим количеством людей было бы для него более полезным. Приберись и пойдем гулять. Пойдем гулять, пойдем гулять, пойдем гулять, пойдем гулять, пойдем гулять, пойдем гулять. Ты собираешься взять все это с собой? Ты уверен? Ты хочешь надеть обувь? Куда торопишься? Готово, пошли. Эй, не тяни! Завязывать шнурки хлопотно. Ты все еще хочешь идти гулять? В этот раз тебе нельзя их тянуть. Мне уже все равно. Будь по-твоему. Это слишком по-детски. Мне надоело лежать. А встать слишком стыдно. Свинга говорит хрю-хрю. Сегодня полнолуние. Ты скучаешь по дому? Думаю, нет. Сегодня вечером произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик врезался в пешехода в центре города, что привело к многочисленным жертвам. Причина аварии в настоящее время выясняется. В твоей семье есть другие взрослые? Ты знаешь свой домашний номер телефона? Тетя, вы не видели моих родителей? Они приехали сюда со мной. Где они сейчас? Они... Пойду возьму бутылку ликера. Эй, тебе пора идти спать. Что ты делаешь? Тень? Ты хочешь полетать? Хорошо. Приготовься, я подкину еще раз. Еще раз. Снова лунные пряники на ужин. Они мне надоели. Мы получили их слишком много. А боссу они не нравятся. Не выкидывать же их. Супермаркет. Я не куплю это. Положи обратно. Нет, это я тоже не куплю. Бесполезно закатывать истерику. Я точно ничего тебе сегодня не куплю. Этим утром. Будь осторожнее, не подавись. После того, как я нашел его, моя жизнь сильно изменилась. Я просыпаюсь каждый день на рассвете, и мой дом полон детских вещей. Здесь тоже. И здесь. Когда я все это купил? Думаю, я переборщил. После рождения ребенка моя жизнь стала сосредоточена вокруг него. Я не заметила, как заполнила весь дом вещами, купленными для него. Думаю, все одинаково реагируют, когда становятся мамами. Сегодня я буду покупать только вещи для себя. Я не могу быть мягкосердечным. У него достаточно вещей.
Мне не нужно каждый раз ему что-то покупать. К тому же, он когда-нибудь вернется к родителям. Чем меньше вещей, тем легче будет от всего избавиться. Мама! А? Что ты хочешь на этот раз? Ты хочешь, чтобы я попробовал? Бесплатная дегустация. Я не куплю это! Положи на место! Он злится. Эй, почему ты сердишься из-за такого пустяка? Кажется, будет трудно его утешить. Что мне делать? Я должен купить все, что он хочет? Я уже сказал, что не буду этого делать. Я не знаю почему, но он больше не злится. Нужно относиться к нему получше в будущем. Я его не знаю. Я хочу умереть. Если я больше не увижу прежнего босса, я не хочу больше жить. Мой босс, известный как Король Волков, выздоравливает в уединении из-за серьезной травмы. Некоторое время назад он взял к себе ребенка. Мелкий паршивец, я не могу пойти к боссу из-за тебя! Я сотру тебя! Если ты хочешь его увидеть, тогда просто иди к нему. Зачем беситься? Это потому, что ты слишком много говоришь! Зачем ты сказал, что узнал о прошлом пацана? Что мы скажем, если босс спросит? Отец ребенка тот, кто хочет тебя убить? Кроме того, что если босс столкнется с нами и попадет в засаду? Босс только пошел на поправку! А если с ним снова что-то случится? Кто-то идет. Того парня здесь нет. Мудак, еще имеет наглость прятаться после того, что натворил. Я не пощажу его никогда. Он должен скоро появиться. В последнее время он стал очень активным. Мы должны быть начеку, когда находимся снаружи. Что касается босса, держите его подальше от людных мест, чтобы не раскрывать его местоположение. Босс в данный момент. Купил слишком много вещей. Проснись, сделай мне одолжение. Подожди немного, пока мы дойдем до парковки. Понесешь это? Не смей спать! Почему тебя так тяжело будить после дневного сна? У меня нет свободных рук, чтобы нести тебя. Вот так. Держи меня за руку и не падай. Знал же, что должен был купить меньше. Чего? Дай мне сначала вещи положить. Ай, теперь бы как-то... Блин, набахало мне тут. Надо как-то смонтировать, чтобы не слышно было. Если что, не обессудьте. Я просто живу в Мордоре. Да хватит гахать, я озвучиваю. Да хватит бахать. Думаю, я переборщил. Да хватит бахать, блин, я озвучку пишу. Мне не нужно каждый раз ему что-то покупать. Да хватит бахать! Он взял к себе ребенка. Да хватит бахать!